Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. Днем в отдельных пунктах будет сильный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 7-12, днем 16-21. В горах ночью плюс 1, плюс 6, днем 7-12 со знаком плюс. Черкесске сегодня кратковременный дождь и гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 18-20 градусов тепла. Символ мужества и работоспособности. Он четырехкратный чемпион Карачаево-Черкесии по панкратиону, трехкратный чемпион СКФО по тхэквондо, также победитель многих межрегиональных турниров по грэпплингу. И все эти громкие титулы завоевал Амаль Агиров, обладатель четырех поясов. О своем увлечении несколькими видами спорта, о тренере, об учебе в вузе и решении, в каком направлении двигаться дальше, ну и, конечно, о последней победе в эти минуты Амаль расскажет моей соведущей Бэйли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Амаль. Я рада видеть тебя снова у нас. Мы с тобой совсем недавно встречались. У тебя была, насколько я помню, победа в Ставрополе. И вот теперь опять новая победа. И, насколько я поняла, даже несколько побед. Но одну я знаю точно. Это чемпионат, кубок Карачаево-Черкесии в Домбае. Вот ты принес пояс по панкратиону. Расскажи, пожалуйста, сколько ты одержал побед за последний месяц? Да, получается, несколько побед. Первая – это битва в Домбае была, вот этот пояс, оттуда приехал. Там получилось по грэпплингу выиграть пояс и на следующий день выступить по панкратиону. И также первое место, то есть золото, медаль. Вот. А последний самый – это кубок ИЧР был по панкратиону. Там удалось забрать два первых места в своей возрастной категории 18, от 18 до 19 и выступить постарше на 20+, и там тоже удалось победить. Какой ты молодец. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя всего поясов вот таких? Всего уже 4, получается. И вот по моим подсчетам это получается еще год не прошел, как эти 4 пояса появились. А что же дальше будет? Да. И знаешь, я вот у тебя хочу спросить, кто больше всего твоими победами гордится? Мама? Тренер? Ну, кто? Вот. Я думаю, родители дома. Тренер тоже, само собой, я думаю, что он... Ну вот, кстати, счастливее. Ты сейчас студент Карачаево-Черкесского государственного университета, факультет физической культуры. Как там тренируешься и кто вообще вот тебя здесь тренирует? Вот мы редко говорим про твоего тренера. Здесь меня тренирует уже больше 2 лет Азамат Кубанов, клуб «Дикая дивизия». Это тренер, старший брат, наставник и по жизни, и по спорту. Вот. А там... Ну, там пока в связи с пандемией, там в спортзалах не разрешают тренироваться, поэтому приходится самому на улице, в горах. Я там нахожусь у родственников, чуть дальше в ауле. Вот. И, а так, там вот я учусь только месяц, как с сентября, но меня уже очень сильно там и помогают, и поддерживают. Повесили на доску почета. Как бы все преподаватели достойно относятся и тебе нравится учиться, конечно, да. С таким отношением. Амаль, грэпплинг, панкратион, тхэквондо, вот эти все виды спорта, которыми ты занимаешься, они настолько схожи между собой, и что тебе больше по душе? Нет, это совсем разное. Грэпплинг – это бороться, ты не можешь даже там один удар сделать. А в тхэквондо ты не можешь ни один момент из боя не, ну, побороться, то есть только удары. Панкратион – это вот между что-то этими. Ты можешь ударить, но ты добить не можешь.
и побороться можешь. Это пока я выступаю как бы везде, а так, ну, я больше настроен на профессиональные бои, это где ты и бороться, и драться, и добивать можешь. Ну, главная цель как бы туда попасть. Я уверена, что у тебя все получится, потому что я считаю тебя одним из самых мужественных мальчиков. Я желаю, чтобы дальнейшие победы доставались тебе так же легко, ну, как кажется со стороны. И желаю тебе успехов. Спасибо. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Ногайская редакция», а в 14:30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Все давно знают и выбирают сыр «Ольга» миру сыр.